с этой зебры. И снова здравствуйте. Здесь зебра. Да. Ну, можно видеть, можно. Тупо люди, а машина все будет. Спасибо. Спасибо. Вот. Это ваша машина? Могли вы перед прокалом? Найдите, пожалуйста, салон, пожалуйста. Я к вам как просто пацанин обращаюсь. Припаркуйтесь? Паркуемся. Можете прямо сейчас? Сейчас прямо. Окей. Значит, Наклейте. Максим, ребята, верите, лучше надо, либо сейчас в полицию повесить. Добрый день, Трайбер Штабхам. Вот там сзади салон покажу, если можно туда встать спокойно. Хорошо, спасибо. Гуляешь? Я сейчас так гуляю. Не показывайся здесь своим фотоаппаратом. Друг, где отсюда? Сейчас лучше не с таким красным. Да. У вас тоже прикольный мастер. Да. Я не трогаю. Сколько вам нужно времени? Я тебе сказал, не трогай. Не, вы сказали стрелять. Я с тобой буду стрелять. Да, снимайте. Не, мужчина, вы отъедете или нет? Нам не в этом смысле. Вы не уедете, да? А ты что, проблемы хочешь? От вас. А вы ко мне не хотите подойти? Подойдите вы ко мне. Я не могу даже подойти. Значит, я должен подходить. Сколько 10 минут? Ты что хочешь сделать с машиной? А, вы не держите свои слова. Что ты хочешь? Объясни мне. Ответь вам слушай. Только посмей на ответ. Если я посмей только на ответ. Я тебе говорю, посмей. Перепаркуйте машину. Ты мне покажи, да, я тогда наклею стикеры, все. Слушай, ну, зачем? Не зачем надо меня трогать. Я что-то зачем? Я сейчас даже словом не сказал про нашу национальную принадлежность и так далее. Заказ возьму, я уйду. Вы перепарковали машину, вопрос исчерпан. Проблемы нету, все.